Молодец. Какой сок у меня есть? Если съешь, я тебе дам. Домой, тут обязательно. Настоящий сок. Бисквит. Да. Вот так вот бери. Вот, если, вот. Я тебе сок дам. Давай. Молодец. Ой, мама на камеру снимает. Молодец. Давай. Ложечкой помогай. Вот так вот. Так, тарелочку. Вот так вот. Потому что ты ничего не черпаешь. Просто берешь и все. Ничего в ложке нет. Валя вот так пальчиком помогала. О, молодец. Вот. А камера все увидела, Дим. Камера ты снимаешь. А я не дам тебе вот этого сока. Вот. Не дам. Не дам. Да. Камера все видит. Если съешь, я тебе дам сок. Съешь, дам сок, Дим. Давай, мяско вот, мяско. Бульон не хочешь? Давай ешь мяско. Бульон не хочет. Ладно, мяско ешь тогда. Вот, мяско съедим, я дам сок тебе, давай. Вот так. Валя так вот делала сама. Давай. Вот. Мяско. Давай еще дам мяско. Вот, морковочку. Нет, мяско только вот. Вот мяско, вот мяско, вот, вот, вот. Смотри. Дим, Дим, камера смотрит. Вот мяско. Камера смотрит на тебя. Смотри. Смотри. Дим, это грязное все. Дим. Делала, делала, делала. А ты не жуешь вот. Ну, не жуешь вот. Я жуешь. Давай. Жуй, жуй. Отдай сок. Мясо с хлебушком жуй, хорошо жуй. Жуется, Дим. Жуй, жуй, жуй. Не надо так, Дима, ну не надо так, глотай. Ай-яй-яй, некрасиво, Дим, за столом так. В ресторан вот придешь. Так красиво. В ресторан придешь, там так не делают. Я еще. Проглоти сначала. Еще одну дам тебе клубничку. Иди. Так и быть. Так и быть, дам тебе еще одну клубничку. Сила, хватает. Хватает сил уже, да? Вот так. Еще одну съешь сейчас. На, еще последнюю. Дим, на последнюю. Мы съем. Смотри, что. Даже клубника. Съем сейчас. Съем. Я как пионы. Хорошие тычинки вот здесь. Вот пестики, тычинки. Пестики, тычинки. Пионы, да? А здесь маки. Здесь маки, пионы. Нет, просто маки. У них такая головка, да? Маки. Маки. Тут люки сидят, да? А там цветок мака. А это вот у них головка такая вырастает. Плотненькая такая. Такая такая, да? А сверху махристая такая. Ну, они колюченькие. Ой, не трогай там, Марисе. Кого? Дима. Эксперимент с бананами. Блин, сверху бананы, и сверху еще блин, вернее тесто блиновое, да? Мамин эксперимент. Интересно, что получится. Вот быстро, да, блины делаются на этой. Коробка хорошая такая. Да?
Ну что ты ее? Ушастая была бы. Я всегда оставляю. Всякие ушки, козявки там. Пупырышки. Особенно, когда еще капнешь на сковородку. Вот, теперь важно перевернуть. Ну, ты сможешь? Сейчас все свалится. Не дослушайте, а там нет его, что ли? Там нет. Крыдзу. Дима, стой, не ходи, я принесу. Мы же его вроде вытаскивали. Ну, перевернул шастая. Слушай, он у тебя ушастый, смотри, получился. Вон там два уха. Жареные. Ага, прилип. Прилип? Жареные эти. Бананы. Ну, батарейка у меня садится. Как раз. А что ты ждешь? Что там будет внизу? Ну да. А внизу будет? Да нет. Как? И как? Иди сюда, скачу. Там не знаю, бананы. Ну, сиди еще. Господи. Какой скорее скакивает. Опа. И что внутри? Они поджарились просто? Поджарились. Угу. Попробовала блинчик с бананом. Кстати, ничего, такой себе вкусный. И так вкусный, с медом с маслом попробовала. Ну, например, с вареньем, может быть. А банан прям прожарился. Он такой, знаете, нежный, мягкий, такой банан ароматный. Вы видите, банан сверху потемнел, поджарился. Ну, не знаю, блин, так вкусно. Необычно, наверное, больше. Ну, и вкусно, да, и необычно. Но сытный, по-моему. Я вот таких уже съела тут 3 штуки. Или 4, не помню. Сбилась со счетом. Какой он. Толстенький, видите, вон он такой. Сам банан. Желтенький. Это родителям оставила. Мед у нас тут всего навалено. Там навалено. Детскую одежду складывать некуда. Надо все быстро переодеть ребенка, быстро одеть, и до шкафа нет времени бегать. Руки опласну тут ведро. Какая у нас тут? Размах мой. А я думала, ты расчесываешь травку. Поела. Да, там банан такой прожарился. Мягенький, нежненький, такой ароматный. Да. Я вам оставила там 4, разделила на 3. Попробуешь. Иди, бабуля, собирай в кучку все, в ведро. Ну, мы так газон не будем. Ведро, вот, ведро, стоп, подожди. Ага, молодец. А ведро здесь поставь рядышком, чтобы не ходить. Вот, рядышком, давай. Складывай, давай, молодец. Помогай, помогай. Ой, какой помощник. Ой, тут не то, что там эти лентяи, девчонки, да? А ты такой помощник. Какие лентяи, девчонки? Одно ведро унесли, мы с тобой. Что? Она еще та, хозяйка. Она еще, да, с жару. Она еще гонять будет еще вас. Туда поставим. Еще яблоки. Что будет? Нет, яблоки, да. Да, тут еще целое ведро мы берем. Опять в яму отнесем, да? Туда, да. Опять да. Я. Да, сейчас он пошли в другую кучку сейчас сложим. Я вот не там, успеваю бери. Тут за вами. Вот сюда, давай. Видишь, какой порядок теперь здесь? Опять а то да. Да, вот давай дальше складываем, давай. Ага.